Приветик, не спящие все остальные любители. Мясо? Мясо, да, пойдет. Такс. Надо по-быстрому проверить, что у нас тут записывается. Ну, что-то записывается, ладно. Посмотрим, как будет это все выглядеть, потому что первая серия вышла, ну, такой себе. Не очень удобный. Не очень малоквадратный. Я бы даже сказал, очень многоквадратный. Попробуем записывать по-другому. По-другому, по-другому. С другим кодировщиком. Такс. Это какое-то зеленое яичко. Так, что это? Ага. Ой. Это... Богина мосты. Что ж. Допустим. Ой. Ни хрена себе, у вас даже биологические вентиляторы есть. Они тут страшные. Трехлопастные, ну ладно. Важно то, что они работают и крутятся. Слушайте, по-моему, меня этот ублюдок куда-то ведет. А я не хочу за ним идти, он ублюдок. Это такое. Видимо, ничего. Ну и ладно, ну и не надо. А тут закрыто. Понятно. Выбора мне не, особо не дают. Иди, говорят, за ним. Либо не иди никуда. Вернее, либо возвращайся обратно. Хотя и не факт. Где я? Кто-то опять орет. О! Это что-то зеленоватое испаряется. Кажется, это нехорошо. Так, слушайте, ну я в таком же зале с яйками был. Только там яйки были закрыты. Вот, да, вот без этих вот ребят внутри. Вернее, наоборот, с этими ребятами внутри. Скорее всего. Хотя, возможно, и нет. Ну зачем-то же они там есть, правильно? Так, тут консоль, видимо, в говно. Здесь что-то было. Ну и ладно, ну не надо, я тогда дальше пойду. На лопасти посмотрю. Скорее всего, мне надо отрубить эти лопасти, чтобы попасть внутрь. Опа! Так. Лопастью меньше. Еще одной лопастью меньше. Ну, а эту я пробежать могу, в принципе. Но и безопасности отрублю лучше. Ну, его нахер еще зацепит. Не ешь меня. Ой, у тебя на лице жопа какая-то. Ай, кажется, что-то пошло не по плану. Слушайте, а у него на хвосте пуколка. Это же его пуколка на хвосте. Это моя пуколка теперь. Что это только что было? Почему у меня растут руки из спины? Вторые. Слушай. Если бы мы того ублюдка не убили, он бы нам эти руки не вернул, да? Которого я выковырил. Это пихало. Мне вернули пихало. Что ж, это, наверное, хорошая новость, если мне вернули пихало. Пойду тогда обратно пихать. Так, а здесь что? Я, кажется, здесь не был. Судя по всему, мне куда-то сюда. Пихала, пихала. Говно я в тебя пихала. Хотя и не факт. Так, видимо, пихала здесь нужно использовать. А, здесь ключ. О, нет. Только не эта дурацкая мини-игра. Как же я ее ненавижу. По-моему, его надо здесь ловить.
А, попался. А, вот здесь надо ловить. Или в середине. В середине. В смысле? Только второй круг. Все. Попался. А этот здесь. Он очень быстро крутится. А ты смотри. Скотина. Ну. Нет, видимо, здесь все-таки. Какая. Ну и чё? Что я только что сделал вообще? Это перенастройка ключа? Если это так, и у них тут каждый день так происходило, то, знаете, ну, это прям жопа. Представьте, каково тут работать. Вот, допустим, вы Гордон Фриман. И вы приходите в черную мезу. Да? И вместо того, чтобы, ну, знаете, ну, карточка провести по замку, чтобы дверь открылась, вам надо сыграть в игру с этим замком. И вот только после того, как ты выиграешь у замка, ты сможешь открыть дверь, а впереди еще Барни стоит, ждет. Так, пихнули замку. Вроде все хорошо. Вроде. О. Оно все еще не работает. Можно пихнуть этому замку? Нельзя. Странно. А почему? Вроде же подходит, пихало. Почему замку пихнуть нельзя? Ну я так не играю, это нечестно. Что это такое? Что-то похоже на пихало, но тоже не дают пихнуть. А это... Ключедавалка, это тетя Зина. Тетя Зину я уже потрогал. Получается, нам куда-то туда. Тут просто столько мест всяких разных. О, ну теперь-то я заряжен. Давай, засовывай. Так. Ага, теперь два открылось, кстати. И теперь закроется, да? Да, ну все ясно. Нам нужно найти третий зал. Такой же. Игра начинает повторять уже демку. Найди три ключа, открой дверь. Найди четыре ключа, открой другую дверь. Реши головоломку, реши хреноболомку и так далее. Вот это я ненавижу в играх. Думать им грешил, старый, классический. Вот за это я его просто ненавидел. Найди тут ключ, открой дверь, найди красный ключ, найди синий ключ, найди ключ от жопы, найди ключ от чужой жопы и так далее. Вот что это? Ну... Кому-то может показаться, что здесь слишком много жоп. Но я вам напомню, мы вообще в каком-то здании, которое выросло. Так что у нас в руках пушка, у которой есть нос и пихало. Ты вообще, мы бегаем в биологическом костюме. Находясь в биологическом костюме. Такой рекурсивный биологический костюм. Хотя, и не факт. Так, и куда мне идти тогда? Там выход, здесь зал, который мне надо открыть. Мне туда явно не надо. Тетя Зина мне, получается, дала. Может быть, сюда? Это единственная дверь, которая не открылась. Сюда меня не пускают. Туда меня не пускают. Может быть, сюда? Здесь делать вообще нечего. Черт. Есть вообще два лифта. Один, по-моему, из них ведет обратно. А второй ведет куда-то. Туда, откуда я пришел. Пихнул тетю Зину. Черт. Наши кита. Вот тут вот стоит стойка для пихала, но... Она туда не пихает. Здесь тетя Зина с ключом.
Пойдем на лифте прокатимся, что ли? Может, все-таки я пришел не туда, куда надо. Может быть, там есть что-то еще? Так. Не дает вставить ключ сюда. А, здесь я его настроил. Получается, все правильно. Так, мне, наверное, надо вон туда вот попасть. Пойдем попробуем туда вот попасть. Вдруг проканает как-то. Каким-то волшебным магическим образом. О, тут же есть вот дырка. Так. Так. Я в лопастях. Ага. Туда заходить смысла нет. Видимо, мне по коридору обратно. Ой. О. Так, и куда мне? Я что-то сомневаюсь, что мне туда, но давайте попробуем. Раз уж оно соединяется, то почему бы и нет. Так, ну тут мужики поросли уже, я думаю, нам туда не пробраться. Ладно. Отмена. Давай тогда туда. Что здесь ждет нас? Не похоже, что мне сюда надо. Хотя... Может быть... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я отсюда пришел. Это просто второй этаж того крыла. С яйками. Нет, это мне сюда не надо. Пойдем пробовать третью хрень. Третья хрень, третья хрень. Так, стоять. Откуда я пришел? Тут мужики. Так, все правильно. Значит, я пришел отсюда, а нам надо сюда. Или наоборот, нам надо сюда. Скорее всего, нам надо сюда. Я же не мог прийти оттуда, правильно? Я посмотрел на мужиков, нажал направо, то есть попал сюда. Значит, я стоял с самым левым крайним выхлопе. Айоми. Что это такое? Твою мать, это лопасти. Ладно, ладно. Пойдем так. Какой-то проход есть. О. Халло, это ты? Нет, это не оно. Вот я там стоял. А куда мне тогда надо? Пойдем сюда, что ли? О, слушай, так мне... Наверное, сюда и надо. Опусти меня, дерьмо! А это куда ведет тогда? А тут я, по-моему, был, кстати, да. Что ж... Пойдем попробуем проникнуть. Лопасти, лопасти. Мне не нужны. Так. Ну а чем кишечник не шутит? Может быть, мне вообще вот сюда? Где я? Оба-на! Я пришел куда надо. Что это? Это пихало. И оно работает. Ну-ка. А, нет, это не пихало, это дурацкие загадки. Ага. Давай. Не, мы пойдем по другому пути, по плохому.
зачем? Просто зачем это существует? Нахрена это надо? Ладно. Я настроил свой ключ. Все. Я так полагаю, можно отсюда валить. Но мне интересно, что здесь. Здесь у нас мертвый мужик. Ну-ка, пошел нахрен отсюда. Кажется, у него сопля в носу была. Так. Запихиваем ключ. И что? Что я делаю? Наверное, надо вот этих мужиков убрать. Ты смотри. Неправда. Обеззаразили, так сказать. Все. Отлично. Туда можно, я так полагаю, выходить. Ну, пойдем посмотрим, что там за мужиками лежало. Скорее всего, эти коммунисты что-то охраняли. Что-то важное. Так, да, нам туда. Какой удобный у них мост, скажу я вам. А. Как их высушило-то, а? Потому что вы серые человечки. Вернее, гуманоиды. Кстати говоря, я тут заметил, что вы слышите щелканье моей мышки. Поэтому надо сделать немножко вот так вот. Чтобы вы слышали только щелканье моей клавиатуры. Но поверьте мне, когда-нибудь я куплю узконаправленный, вернее, гиперкардиоидный микрофон, и вот тогда заживем. Так, головоломки усложняются. Теперь половина закрыта вообще нахрен. Скорее всего, она будет закрыта полностью, да. Это будет вообще жопа. Так, я снова настроил свой ключ. Что дальше? Видимо... Ничего. Видимо, возвращаемся обратно. Конденсаторный гиперкардиоидный микрофон. Представляете? Красота. Стоит всего каких-то 40 кусков. Видеокарту можно купить. Правда, майнинга больше. Ну, как бы нет. Ну, как бы есть, конечно. Даже можно получать оттуда доход, но его как бы нет. Так что... Вот, да. А мне вообще это, как бы, ну... Где выход-то? Где выход? Явно не там. Так, это, видимо, не та кишка была. Пойдем искать ту кишку. Так, там были мужики, правильно? Правильно. А, наверное, нам куда-то сюда. Хотя есть такая вероятность, что я оттуда только что пришел. Но я все-таки рискнул. Знаете, эта игра, она скорее про... размышлению. Такой ходишь, мечтаешь о чем-то своем, там майнинг какой-то, микрофоны. А игра, она так просто для фона, знаешь, побегать, посмотреть, что тут есть, что тут какие-то мужики лежат, которых надо кислотой побрызгать, чтобы они высохли. Наверное, мне туда. Хотя нет, подожди, это же лопасти. За лопастями я был. Да, тут я был. Мне сюда не надо. Получается, да, это не тот коридор. Ну,
Откроем нужный. Где тут лопасти ваши дурацкие? Лопасти, лопасти. Такс. Нет, мне куда-то вот туда, по-моему. Мне куда-то вот сюда. Да-да. Что мне надо здесь, я вам не скажу, конечно же, потому что это секрет. О, все, я нашелся. Вызволяем. Трех яичных. Три яичка. Знаете, есть мультик «Три кота», а есть три яичка. Интересно, что здесь хранится. Оба! А, их там четыре. Ну, тогда понятно. Так. Четыре яичка. Все должно быть окей. Да, оно снялось. Ставилось. И что дальше? Теперь этим можно управлять. Вау. Пропусков кадров нет. За 20 минут мы записали 1,5 гигабайта. Я так подозреваю, качеством эти 1,5 гигабайта не отличаются. Ну, ладно, будем менять кодировщик, значит, еще раз. Вернемся, так сказать, на ЦПУ. Ага. Так, я что-то это, я пытаюсь... По-моему, это не то. Да, это не то. В смысле? Это в смысле? Или подожди. Или надо с конца начинать. Дерьмо. Капец, тут загадки. А туда, ну все, он уже не поедет. А как? А чё? А куда? Это точно не так делается. Смотри, можно довернуть. Забавно. Так, получается, смотри. Да, мне кажется, доперло немножко. Вот это должна быть последняя вообще. То есть все, мы ее больше не поворачиваем. Дальше должна быть, по-моему, вот это. Мы делаем, по-моему, вот так. Дальше. А может быть и нет, кстати. Теперь оно еще не вынимается. Конечно. Угу. Я сделал почти все правильно. Почти. По-моему, я сломал нахрен. Теперь оно не вынимается. Дерьмо. А почему оно не вынимается? Сбрасываем нахрен. Я сломал это дерьмо. Чёртовы головоломки. Зашибись. И как мне? Все, оно сломалось. Прикольно. Пипец. Как мне теперь быть-то, если оно сломалось?
Оно сломалось. Чёрт. Перезайти, что ли? Ладно, еще раз попробуем. Я пока это... И вот это, и вон то. Так. Ну, как бы, да. О, оно вытащилось. Оно вытащилось. А как так? Так, вот эту хрень надо. Не, подожди, это что-то не так сделал. Сбросьте вот так. Так, 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 так. Получается, ты заходишь, да? Ты отправляешься, наверное, сюда. Ты отправляешься сюда, а ты сюда. Та-дам! Жесть. Не, ну прикольно, конечно, но жесть. Такая головоломка странная. Так, яйки открылись. Надеюсь, оттуда мордобрыги не вылезут. Надо, наверное, это использовать. Так. Алло, алло. А, это не телефон. Что это? Язычок для вылизывания? Ой, не надо вставлять это только никуда, ладно? Кажется, это... Инженеры. И кажется, им плохо. По крайней мере, одному точно. Он живой? Не похоже. Кажется, ему реально плохо. Ну, пойду, что ли. А почему это не открылось? Странно. А почему он сдох-то? Столько вопросов. Никто ничего не объясняет. Даже Dark Souls в этом плане хоть что-то да объяснял. В описаниях, предметов. Там, строчками диалогов, вернее, монологов, не NPC, но он хоть что-то объяснял. А тут что-то не объясняется вообще ничего. Какой-то мужик вылез из цветка и сдох. О, это удаленное управление. Вау. Круто. Да-да, красиво очень. Атмосферно. Что это? Клетка с яйцами. Понятненько. По-моему, это не та игра, где тебе надо выдумывать сюжет самому. По-моему, он здесь как бы, ну, есть. Игрока в него надо как-то посвящать, а не пускать его гулять по уровням, просто их проходить, решая головоломки. С напускной атмосферой. То есть кто-то называет это хоррором? Серьезно? В каком месте это хоррор? Где тут? Чего тут бояться? Вот этого? О! А, это инвентарь у меня такой теперь. Прикольно. Ну, получается, монстр меня обнял. Сделал мне инвентарь. Что тут сказать? Круто! Теперь у меня есть инвентарь. Вот он. Красивый, правда? Может быть, надо было... А как инвентарем пользоваться? Как-то можно выбрать что-то? Пока он насаживает на эту ручку только одну штуку. Пихало вот это. Ой. Что-то мне нехорошо. Кажется, мой инвентарь что-то не так делает. Инвентарь, не надо. Ой. А куда делась одна хреновина, которую я только что таскал с собой? Вот она.
Так, а куда ты ее засунул? Ага. Интересно. А зачем? А это что? Ой. А, это лечило. Это лечило. КП у меня сколько? Ну, наверное, эти кружочки означают половину. Бам. Нет, эти кружочки означают что-то другое. Интересно, что? Ну-ка, дай-ка я заправлю лечил. А, все. Понятно. Ну, это реально какой-то Half-Life, только без монстров, с головоломками и... Вообще без каких-либо строчек. Диалогов, монологов, да чего бы то ни было. Half-Life Фриман просто не разговаривал. Тут не разговаривает вообще никто. Красиво. Ну так вот, вернемся к вопросу о том, почему это хоррор. Почему это хоррор? Это же не страшно ни разу. Открой мне дверь, у меня есть язычок. Чего тут бояться? Чего тут страшного нет? Ну, мясо вокруг, да. Есть такое. А это что? О, смотри. Мне это реально напоминает инженеров. Знаете, по-моему, в Прометее была эта хрень. Такая же, кстати, круглая платформа. Здесь сидел инженер в костюме. И пушка такая была огромная. Вроде бы. Очень похоже. Беготня по коридорам. Как увлекательно. Ой, а мне кажется, я был здесь в начале самой первой серии. Ну, вам, по-моему, это не попало. Или попало? Я не помню, чего вам не попало. По-моему, вам не попал только ролик вступительный, где он просыпался в жвачке. Ну, или не в жвачке, в стенке он просыпался. Ну, теперь я могу открывать эти двери, да. Это самое начало. Я вот здесь вот проснулся. Вот тут вот я проснулся. По-моему, да, я упал вон оттуда. Вернее, он упал оттуда. Ну что ж. Погнали дальше. А куда-то едем. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Не расскажем никому, потому что никого здесь нет. Ну, кроме того мужика, который меня обнял. С хвостом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что-то тихо здесь у вас как-то, да. Три дороги. Вот это и вон та. Куда мы пойдем? Пойдем налево. Все какое-то странное. О! Оно не откроется, да? Да, оно не откроется. Пойдем прокачивать ключ тогда. Скорее всего, я надеюсь, справа тоже дверь, которая не откроется. Но, судя по всему, нет. Что ж, ладно. То, чтобы я был против, конечно. Это стекло? Ну, пихалом это не проверишь, к сожалению. Но на стекло это не похоже. Хотя... Не может же это быть какая-то биологическая антигравитационная хрень. Хотя, с другой стороны, почему не может? В этой игре, чтобы попасть за дверь, тебе надо решить загадку, поэтому, как бы, почему бы и нет. О. Что это такое? О, это же как раз то, что мне надо. Прокачка ключа. С
Знаете, это вот, наверное, одна из немногих игр, вышедших за последние лет... Блять, ну ладно, года два. Которую реально интересно играть и интересно исследовать окрестность, осматривать все вокруг. Колечко не в счет. Колечко... Это, знаете, это постмортем Dark Souls. Это ваше колечко. И оно меня совершенно не радует. Dark Souls все равно был лучше. По каким бы то ни было причинам, он все равно был лучше. Что ты такое? Ты же не будешь в меня плеваться? Ну, оно будет явно в меня плеваться, да, конечно, да. Ну, чё ты пыхтишь? Бей. Ты что, бессмертная? Оно нас сейчас похоронит, да? О. Получилось, а. Вернее, получилось. Надо это, жухнуться разок. ХП маловато. Ну, наконец-то начался геймплей. Ура! Это был Хаундай, 100 пудов, из халвы, слизанный. А? Ты еще гавкаешь? Я тебе пихалом напихаю. Так, что это такое? А, это же для пихала. Понеслась. Слушай, подожди, подожди. А присмотритесь. Присмотритесь. Заметили, заметили, да? Давайте я вам покажу поярче пример. Эти лианы из них состоят. Это ничем хорошим, походу, это не закончится. Пока она там проворачивается, я быстренько нажму на паузу, да. Проверю дропы и пойдем дальше. О, одна тварь живая. Это крайне хреново. И она идет сюда. Стало время для пихала. Только не плюйся в меня. Ладушки. Пихало не работает! Все, я нашел параметр, отвечающий за работу пихала. Да хорош меня плеваться, скотина. У пихала всего два заряда. И этот параметр справа, он, ну, очень странный и медленный. Ну, хоть мне лечилки дали. Уже хорошо, а зачем я... А, ля мост. Ну, мосток. Мост. Только не плюйся, пожалуйста, но просил же. Ненавижу дальнобойных врагов. Ай. В такого рода играх. Ой, а, вот промахиваться вообще нежелательно. А, иди в жопу. Я даже драться с тобой не буду. Кусок говна. Оставайся здесь. Понятно тебе, тварь. Ну ты ходи там. Пока не сдохнешь. Так. Чего я сюда приперся-то? А, мост. Ну да. А где он? Мост? Мост. Ага. Получается нам... Сюда. Надо было. А какого, извините, черта? Что ж, идем обратно. Поворачивать это говно. Слышь, курица, я тут это, забыл кое-что. Но ты не расслабляйся. Сейчас я тебе все равно напихаю, тварь. Собачка прыгает. Эй, петушара! Чё орёшь? Не ори. А! Твою.
Ха, на упреждение лупит, скотина. А, что, все, не можешь стрелять в перила-то, да? Тварь. Так, мне надо это. А все, а нечем. Освободите мост. Скорее всего, придется провернуть еще разок. Ну, да, ожидаемо. А, не, не придется, он какой-то очень странный. Очень странный мост. Ну ладно, пойдем дальше. В тишине и спокойствии. Без всяких там собак. Опаньки. А я тут, получается, не был, да? А я тут, получается, был. То есть мне не обязательно было проворачивать все это говно еще раз, да? Можно было где-то там пройти вроде, или нет? А, впрочем, какая разница, я открыл проход, так что погнали. Так, собаки будут? Тушары будут. Тающие. Так. Что дальше? Угу. К сожалению, я забыл, как называется эта хрень. А нас жрут руки. Ай, не ешь меня. А! Стой какой. Ай! Это хрень, ну, на канатах ходит. Но не, не каната ходит, а... Эскалатор? Нет. Хотя, почему нет? Может быть... Канатная дорога? Ну, в общем, что-то такое. Будем кататься на эту. В принципе, уже прокатились. Так, а здесь что? Видимо, то же самое. Только застрявшая. Отдай. Фига себе тут собак. Смотрите, они разлетаются. Летающие ублюдские собаки. Надеюсь, ни одна из них не встанет. Потому что определить, живая она или нет, довольно проблематично, так как эти хреновины вставали и до этого. О. Хотя и не факт. Собака! Здорово. Я в хлебало засажу пару раз и побежу. Ай! Это как-то, по-моему, собака победила малость. Что ж, отдохнем. Конечно, продолжить, о чем речь. А, тут еще и акты есть. Ну, что ж, акт 3. Ладно. Только не говорите мне, что придется проходить все заново. Это будет прям мега-ублюдство. Нет. А, в жопу себе покричи. Нет. Ну нет. Вы что, издеваетесь? Капец. Я даже еще яйки не открыл. А я все сделал для яек или нет? А у меня даже ключа нет. Пипец. Ну, знаете, ну и ладно. Продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что такие дела.